минус. И наш секс-менеджер Илья Яцюта. Сегодня второй день записи барабанов для нашего дебютного альбома, который проходит на киевской студии «С ранку до ночи». Все проходит достаточно гладко, уже записана половина треков для альбома. И надеюсь, завтра третий день пройдет так же гладко, как и эти два дня. И постепенно мы начнем записывать гитары. Когда это произойдет, мы пока не знаем. Поэтому следите дальше за новостями на plus-band.com. Очень нужно много питаться для того, чтобы быть сильными и уверенными в себе. Поэтому в нашем холодильнике всегда есть чем питаться.